Медаль за любовь и верность вручили семье Михайловых. Сергея Прокопьевича и Татьяну Павловну поздравил глава администрации. Владимир Куликов сказал, что такие пары являются примером для современных молодоженов, укрепляют престиж и роль семьи. Михайловы поженились, когда невесте и жениху было по 18. В этом году супруги встретили бриллиантовый юбилей. Как-то мы поженились, нам вскоре дали квартиру, у нас родился 20 лет сын, нам дали двухкомнатную квартиру, как сейчас называют, хрущевками. Ну, тогда было очень хорошо. В поселке Шахтау День семьи, любви и верности встретили концертом под открытым небом. Перед горожанами выступили преподаватели детской и музыкальной школы номер 3. Звучали народные и популярные песни, а также лиричные мелодии на флейте.